Так мы же поедем. Пап, а что, мы не поедем или попозже? Спустимся и поедем, это лифт там. Да, заедьте, мама еще, наверное, не спит. Ну пойдем. Ну а я сюда пойду. А что вы не сядете? Ну да. Unbelievable. Ты Вот так на лошади ехал. Даже не так. Так темно стало. Тебя кричать, Лена, чтобы в жизни, чтобы я когда-нибудь повысил тебя голос. Что хочешь? А Леша не Сыночка, ты должен впереди пойти, если я. Все, выключай. Ну. Ты очень нравится, я тебе делаю. Нет, не Thank you.
Не, как долго это будет? Ждать. Thank you.
Ты какие-то комментарии делаешь. Что это в таком году, такой-то дом. Yes, do you remember the sailor who murdered my brother? Yes. I think I may know who done it. Who do you think done it? I have a guess over here. Ladies and gentlemen, please welcome James Monroe High School. Thank you.
How are you? А вот ну что будем делать? Волка, наливай. Скажи, искавичный или... А як же? Скажи, Галя, Галя тебя снимает. Кого? Галю сними, а достанешь не пришел. Сейчас. Обожди, мне надо невестку с сыном снять. Невестка моя, да. Моя невеста, мой сын. Ой, солнце прямо светит в очи, не могу явиться. Дайте мне паперу, чтобы затулиться. Давай, кого снимаешь, каждый из вас его называет. Вот Татьяна. Капитан Платили, выходи, вот ваш пиратская шляпа у меня. Татьяна, тебя снимают, два слова надо. Раз тебя так короновали. Если я их свяжу, два месяца. Возьми стакан и свяжи. Это будет очень хорошо. Праздник, вода. Налей 100 грамм и свяжется. Весь жизни. Мой стакан красный, этот мир. Да. Красный ваш стакан. Ой, Галя, ты что, так вбоишь не в меру? Галя, я ее не узнала вообще. Не говори. Она мне такая изменчивая. Это веревочка такая ковбойская. Вообще не узнала. Я ковбойская теперь. Окей. Мальчики и девочки. Забралась на шляпу. У нас будет чудесный вакейшн, который мы проводим у нас год. Уже есть. И с таким же удовольствием. Если, я же говорю, если я свяжу два слова, общество меня простит. Я вас всех люблю. Я такая пьяная. А мы такие же. I'm very drunk. Поэтому ты нас любишь. Да, но я вас трезво тоже люблю. Ты бессовестный капитан начинаешь. Я всегда. Давай сюда уже трубку, хватит. О. Что ж значит? Вот это уже лучше. Но. Может, это трезвее пойти. Прагу сюда. Прагу. Не выброшенный. Окей. Таня Браги попросила. Саша. Ну что ты снимаешь одно и то же каждый год? Это новшество. Мы в прошлый год общий фонд. Там, который мандариновый, выпили водку за наших женщин, а теперь за ваших выпьем. Окей, okay. I'm very happy today. А хэппи, что тогда вы без стакана, нет? Глупости говорят, наши люди. Если ты хэппи, нет, твой стакан. Я снимаю, я потом скажу все, что я думаю. А всех о вас. Подождите, а можно я вот той женщине и вот этой женщине налить? Вот Света, Володь, пожалуйста, и Иришка, и Галя. Три женщины у нас есть. Галя, next you. Ребята, я очень рада, как всегда, что мы встречаемся каждый год вот именно здесь. Я рада, что в нашей компании прибыли новые друзья. Ирина с Володей. Ну, я же тоже. Да, Дима, слышишь? Светлана со своей дочкой, ну, старый наш друг. Надюшка наша, как всегда, и Галя с Сашей. Прибыла, слышишь, что где я была? Это я начала где, которые прибывшие, а теперь хочу закончить, которые всегдашние. Галя, ты мне скажешь, когда на рекорд нажать, окей? Куда же ты не петербуржку устраиваешь? Я думал, ты решила потренироваться, как всегда. Я так от души теперь. Галя, бой мне, я тебя снимал. Дурик, красава. А что, хочешь? Баба Ася тебе звонил, где ж ты была на корабле, мы же уезжали. Сейчас, она что сказала? Надюха! У нас все говорят, кого снимают. А вы сказали, я так обломаркиваюсь. Я честно сказать, что я рада, что я вернулась на корабле опять. Я пропустила путешествие. И я очень рада, что я присутствую здесь с Полиной.
Всем привет. Да я скажу. Ой, ребятки, ну что я могу сказать? Она на работе. Дайте ей хоть стакан какой-то для фона. Что такое? Галя, покажи стакан. Я в камеру не попадаю. Два. Окей. Что могу сказать? Год прошло. Как только мы уехали в прошлом году. Сейчас идем. Ну, раз в месяц точно. Думаю, скоро поедем. И наконец-то приехали. В году у меня есть счастливый момент. Вот это один из этих. Потому что мы здесь, и потому что мы все вместе, и потому что мы все тут здоровы, ноги носят, Ириш, голова работает, плохо ли, хорошо ли, но работает. Выживем. Короче, ребята, за всех нас, за наш хобби, за наш релакс. За будущее не может быть не решение. Я с тобой согласен полностью. Мы очень рады, что мы попали в эту компанию, в это замечательное место. Такое впечатление, что мы как будто бы с вами были не первый раз, а все предыдущие разы тоже были вместе. За всех за нас. Спасибо вам и всем нашим, нам хорошего отдыха. Thank you. Переходящая рюмка. Где переходящая рюмка? Света, где переходящая рюмка? Окей. Немножко позже. Но... Все, что я сказал, я скажу еще раз. Господа, спасибо большое, что вы собрались на нашем корабле. Почему нет? Выпьем за уху! Yes. За будущую уху! Yes. Yes. Сейчас. Что ты хочешь, я сказала? Мы уже решили. Я тебе могу подсказать. Скажи, что ты никого еще не знаешь, мы только знакомимся. Я никого не знаю, но мне очень нравится. Окей. Спасибо, мы тоже взаимно будем тянуться. Я не смотрю прямо в глаза, я смотрю в камеру. Ты меня понимаешь? Мне очень нравится. Окей, никаких проблем. Anytime, ну не anytime, но one time per year. Я ее тоже вижу. Да. Ты что, с ней про светлое будущее говоришь? Я пытаюсь солнце отбить. Майки! Сэй Михай, Айки, тебя выгнали, и спиннинг отобрали. И все, и наша машина встала. Вот лодка вот эта большая, и не едет, все. Валера, скорее, мой муж помог мне вырулить, и ты представляешь? Боится, когда Валера, мы достаем... а потом добавляет даже ребенку, мой муж. Это у них самое главное. Вот Сережа и не кушали бутерброд с колбасой. Пьем лучшее в мире пиво Хайнекен, называется. Американское на разливу. Я тебе верю. А что делать? Девчонки и мальчишки. Девочки, давайте вместе. А также их родители. Девочки, вместе сниму. Хорошие истории. Услышать не хотите ли? Это не пароход, это не камера, это камера. Сережа, ты горохпишь? Самое главное, рыбу мягко и салат. Да.
А то, что мясо будет, они кушать, это не важно. Можно чисто, понимаешь, что это заменяется чем-то другим. Это не столько важно, как я думал, в Америке нету натуральной природы. Я думал, что пиво можно пить только в твоем бассейне. Или рядом. На резервуарах каких-то. Здесь натуральная река, вода, речная. Практически как у нас на Волге. Не очень чистая, не очень грязная. Такая средняя, речная, классная вода, где даже рыбы водятся. Я настолько забалдел, что я очень рад, что я здесь нахожусь и вместе в такой классной компании. You wish. I'm becoming a little bit there. I better throw.
Thank you.
and wept so much that her tears watered it until it had become a handsome tree. Thank you.